Здравствуйте. Очередной монтаж печи Бахта. Это еще заказы прошлого года. До сих пор не размещал. Но недавно поступил звоночек. Подобная ситуация. Подобный дом из кирпича. Тоже старенький. Стены завалены. И это видео в первую очередь для Константина Алексеевича. Может быть, кому еще будет полезно. Дистанционно поступил заказ, прислал заказчик фотографии, произвели расчет, и вот тут была допущена сразу ошибка. Нижняя часть дома утоплена, верхняя часть завалена наружу. Ошиблись с выносом кровли. И были заложена не та консоль, на которой в дальнейшем будет опираться вертикальная часть дымохода. Это место установки. В итоге день пришлось еще потратить, чтобы консоль привезти, потому что в близлежащих магазинах, а этот монтаж в районе Каширы, длинных консолей в магазине нет, мало кто их держит. Печь уже смонтирована, подиум решили продлить до угла, там как раз будет хорошая дровница. Печь Бахта до 360 кубов, чугунная. Одна из самых продаваемых печей. Наверное, уже третий год держит лидерство. Так. Дымоход вышел через стенку. Стену штробили. Делали отверстие. И вот видите, в незавершенном состоянии горизонтальная часть вынос пришлось сделать длиннее. Консоли не хватило. Тройник, переход на вертикаль, площадочка, заглушка. Дымоход побежал вверх. Дымоход применили компании Firum. Хорошо себя зарекомендовал дымоход, поэтому на нем остановились и уже третий год работаем. 430-я сталь, нержавейка, толщиной 0,8. Вот у нас выход. Сейчас посмотрим. Здесь теплоизоляция. Это больше как, чтобы мостик холода убрать, потому что отверстие, там будет бы зазор. На профилях, чтобы выровнять неровности, огнестойкая плита. И дымоход побежал наружу. Дымоход побежал наружу. Вот такой у нас дом. Ну, там в дальнейшем потом фотографию заказчик прислал. Дом облагородил, конечно, не узнаешь. Та консоль, которая нам нужна, на нее вся весовая нагрузка по вертикали опирается. Родные фирумовские стеновые хомуты и штанги. Более точно надо замерять вынос кровли, потому что стараешься сэкономить. Чем длиннее консоль, тем она дороже. Также штанги бывают разной длины. В основном самые ходовые 500 и 750-е. Если штанги можно подрезать, не сильно большая разница в цене, то на консоли, конечно, там в 1000 разница, в 1000 рублей. И уже завершенный дымоход. Шляпа на месте. Вот такой домик. Секундочку, хотел показать. И вот так его облагородили. Часто сайдингом обшивают дом, если, ну, он теряет свой внешний вид. Неохота там красить, или вот как кирпичная кладка старая. Либо если дом каркасник, теплопотери высокие, а что делать? Не разберешь вагонку, там утеплитель не переложишь. Соответственно, обшивают, утепляют и закрывают сайдингом. Так, по работе печи. Первая протопочка. Часть дымохода, которая в доме нержавейка, ее покрасили в черный цвет, чтобы с печью сочеталось. Ну и справа мы видим большое пространство как раз для сушки дров, для каминного набора.
Вот такой очередной монтаж. Обращайтесь в нашу компанию. Всего доброго.